При этом слушается гражданское дело по заявлению администрации Большого театра России о признании забастовки незаконной. Вы ознакомились с текстом? Не дали знакомиться? Народная артистка, Ветров, заслуженный, Журайтис, народный артист. Уход Григоровича из театра спровоцировал стихийную акцию протеста артиста балета. Григорович – это гений. Гений. И вот так расправиться с человеком, вынудить его подать заявление – это его творческая смерть. Билеты очень дорогие, в кассах купить невозможно. Мы покупаем с огромной переплатой билеты с рук. И вот что мы получаем. Ко мне приехал гость из другой страны. Он уезжает. Какое он вынесет впечатление вообще об этом, я не знаю. Дорогие друзья и коллеги, я очень рад. Мне хочется вам сказать, я хочу начать это с себя, простите. Она переполняла каким-то неизъяснимым чувством. Мне никогда не приходило в голову, простите, что...